Азиатки, африканки, ирландки и даже белоруски. В коллекции Дарьи Роскач сегодня около полусотни кукол. Например, самой взрослой уже исполнилось 30 лет. Это классическая блондинка в розовом платье. После нее идет Барби, изготовленная в 1996-м. Темнокожая и новогодняя. Первую девушке подарила подруга, вторую же выкупила на аукционе. Кстати, обе они оригинальные, за исключением обуви и коробки у последней. Недавно комплект пополнила и новинка со смыслом от знаменитого бренда. Это серые натхняющие женщины, менавито мастачка Фрида Кало, тут ейная биография, все расповедается, и там есть целая серия вот таких женщин, которые поуплывали становище на жаночий свет, Роза Паркс, это боротьбитка за правы черных, в принципе, людей, не только женщин, вот, и шмат інших. Вот эту коллекцию выпустили бренд Барби. Большая часть кукол – обладательницы рыжих волос. Они, как ни странно, нравятся девушке больше других. Тем самым усложняется процесс поиска, ведь их, как правило, раскупают в первую очередь. Вот этим Барби с веснушками Дарья сама пошила народные образы изо льна. Получились милые белорусские. Вообще мечта любого коллекционера, отмечает горожанка, разные куклы по росту, размеру, цвету кожи и разрезу глаз. На вот выпускаюсь там. Ляльку на воску выпустили, ляльку, у якой протез замес одной ноги, то бок Барби, вот это менавіта бренд, яны імкнуцца, каб дети бачили розное. Ну и, звичайно, для коллекционеров это так само цікаво, потому что ляльки розные. Немало места на полке занимают и куклы-монстры. К ним у Дарьи особая тяга. Есть здесь и необычные серии Superstars от Mattel, сделанная по образу реальной женщины, рестлерши Бекки Линч. Яна мне вельми сподобалась, як персонаж, и вось, да, я ее заказала. И вот тут можно поглядеть, что у ее тело, у ее тут это, снова же Барби, Mattel, да, але у ее все суставы, то бок она такая больше гнуткая. Среди Барби место нашлось и персонажам из знаменитого сериала «Доктор Кто» и известной линейки фарфоровых женщин мира. А вот в числе отложенных покупок – кукла плюс сайз и фэшинист. К слову, большинство образов горожанка собирает сама. Считает, что изначально далеко не вся одежка подобрана идеально. А еще Дарья любит раритетные куклы с изъянами. Говорит, для коллекционера это скорее плюс, нежели минус. Мария Бересневич, Максим Галеонко, Бобруйск, 360.